Сотрудники полиции управления МВД России по Одинцовскому округу, члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также представители благотворительного фонда «Доброе сердце» встретились с учащимися школы «Надежда». Гости поздравили ребят с Новым годом, пожелали исполнения всех желаний, а также напомнили правила безопасного поведения в доступной форме, чтобы долгожданные каникулы прошли только на отлично.